Виктор Ахмед, а на сцену приглашается заведующий сектором общественных связей полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации Наиля Рафаэльевна Акмаева. Хайырлы кеш, мөхтәрәм халкым, татарларым, милләттәшләрем. Сезне бүген Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиллеге исеннән кайнар сәламлим. Наиля ханымның иҗаты бик бай, без барыбызда беләбез. Татар халкының язык кашы, татар халкының җыр сәнгатендә аеруша аерылып торган иң моңлы, иң мәгънәле жанрларының берсе мөнәҗәтләренә саклап калып, халкыбызга яңадан кире кайтару белән шөгыльләнә безнең Наиля ханым. Аның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бу онтылып бара торган жанрларның берсе. Шуның белән берлектә дусларыгыз белән бергәләшеп иҗат иткән иҗатыгыз гомумән сезнең татар халкына мәхәббәтне, ватаныбызга мәхәббәтне күрсәтә. Аның өчен дә бик зур рәхмәт. Ул сезнең иҗатыгыз татарларны бердәмлеккә инди. Менә бүгенге татар халкының бүгенге вәзгыяте дә бездә бездән шундый бердәмлекне таләп итә. Бердәм булыйк, бергә булыйк, дөрестән дә. Рәхмәт сезгә шундый итәүләрегез өчен, Наиля ханым. Тагын бер нәрсә әйтеп үтәсем килә. Сезне татар халкы Татарстанда да бик ярата, монда гына түгел, Мәскәү татарлары гына түгел. Шуңа күрә менә хәзер минем шуның белән миссиям бетмәгән әле, тагын миссиям бар. Это почетная грамота Министерства культуры Республики Татарстан вручается за большой вклад в развитие татарской национальной культуры. Сәлемләү хатын укып тормыйм. Бик жылы, бик мөләйем, бик матур сүзләр язылган. Үзегез кебек матур сүзләр язылган утырсыз. Сезнең иҗат шишмәгез бер кайчан да сайыкмасын, Наиля ханым. Менә шу картина сезгә шушы рәсем иҗади көч биреп торсын. Республикасы полномочный представитель исеменнән Азат Әфәнде Гафуровны чакырасы килә. Рәхим итегез. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, Наиля Азгатовна. От имени полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации и региональной общественной организации землячества Башкортостана города Москвы поздравляю вас от всей души с таким праздником, с юбилеем, с большим татарским концертом. И вы знаете, Наиля Азгатовна, знаете, уважаемые зрители, я хотел бы сказать о том, что Наиля Азгатовна очень хорошо знает не только в Москве, Казани, но и в Уфе. Более того, мы вместе в 2011 году сделали грандиозный проект в государственном Кремлевском дворце под названием «Родом из Башкортостана». Там выступили все, начиная от Леся Мутяшевой, Юрия Шатунова, заканчивая Альфией Авзаловой и Ханией Фархи. Конечно же, сделали мы очень много, и более того, я хочу сказать о том, что Нелю Фадекову участвует в больших проектов Республики Башкортостан. Она сидит членом жюри в престижнейших конкурсах. И, конечно же, ее очень любят, уважают и ценят. Наиля Азгатовна, огромная зрительская любовь, горячая любовь ваших близких и родных. Желаю вам, чтобы она согревала вас как можно дольше. И, конечно же, мы ждем от вас новых творческих проектов. Спасибо вам большое. Пишите вам вручить цветы и рамки. А соответственно, то, что это. Небольшое добавление, если не запланировано. Я тоже работаю в руководителе пресс-центра полномочного представительства Башкортостана. Наиля ханым, вам
небольшое поздравление из Уфы, опять же. В прошлом году мы проводили замечательное совместное землячество Башкортостан, Татарстан, замечательный вечер в Татарском культурном центре в честь юбилея поэта из Уфы Расиха Хананова. И Наиля Ханум, хочу сказать, не только замечательная певица, она и замечательный композитор. И в знак благодарности за замечательную песню, которая в прошлом году прозвучала впервые как премьера на этом вечере. Автор из Уфы, вам пламенный привет, поздравляем вас. Большое спасибо, дорогие друзья. Мы уверены, что еще долго сегодня не иссякнет поток поздравлений в адрес Наили Ханум, но все-таки нам кажется, что, наверное, пришло время дать слово музыке.